Поросенок Петр и магазин. Поросенок Петр нашел много камешков и решил открыть магазин конфет. И действительно, в магазине у него оказалось много красивых конфет. И он их взвешивал на весах и заворачивал в бумагу. К нему пришла собака Маруся и спросил: «Что у вас хорошего в магазине?» «Да вот, продаю конфеты», — ответил поросенок Петр. «Дайте мне очень много больших конфет», — сказала собака Маруся. Вдруг она встретила котенка Сашу и спросила: «Где тут деньги?» Котенок Саша ответил: «Вон, под деревьями. У нас их сколько хочешь. Бери не желтые, а зеленые». Собака Маруся сразу же набрала много зеленых денег и положила их в карман. И они побежали в магазин к поросенку Петру. И отдали ему все зеленые деньги. Поросенок Петр взял деньги и взвесил им много конфет. И они сели пить чай с конфетами.